Вот так заметно подросла рассада перцев у меня. Пока она находится все еще в городской квартире. До высадки еще целый месяц, напомню я вам. Западная Сибирь. Это возвратные заморозки, которые могут быть вплоть до 7 июня. 7 июня мы уже спокойно высаживаем рассаду в открытый грунт и теплицу. Без всякого риска. Хотя погода может преподнести сюрприз, но тут уже никто не застрахован. Дольше ее держать дома рассаду просто нет никакой возможности. Вот посмотрите, рассада достаточно невысокая, компактная. Буквально вчера пересадила эти перчики из стаканчиков объемом 200 мл. Стаканы, которые объемом 0,5 литра. Зачем это сделано было? Для того, чтобы корни продолжали свой рост, растения немножечко остановились наращивать вегетативную массу, немножечко они затормозят, развитие как бы будет идти своим чередом, но к моменту высадки 7 июня рассада будет не перерушена, она будет крепенькой, коренастой. Успеет у меня закалиться немного на балконе, пока погода не позволяет вынести перцы на балкон, да и другую рассаду, поскольку по прогнозу опускаться будет у нас столбик термометра до 0. Не хочу рисковать, поскольку рассада, которая попала под заморозки, она хуже развивается. Болеет, нам это не нужно. Нам нужно вырастить здоровые растения, перевести их в грунт, и они должны адаптироваться быстро, быстро начать расти и приносить плоды, чтобы быть нам с урожаем. Вот покажу вам потом эту рассаду перед моментом высадки в грунт. Вы убедитесь, что мой способ, когда мы несколько раз пересаживаем стаканчики разного объема, он вполне эффективен. То есть сначала она была пикирована в маленькие стаканчики объем 200 мл. Теперь уже методом перевалки, просто хорошо смоченный земляной ком был извлечен из прежнего стаканчика и досыпана земля в стаканы больше объем 0,5 литра. Все, перцы, посмотрите, не подвяли, чувствуют себя превосходно. Перевалка, обильный полив, и они стоят на подоконнике у меня. Всем спасибо за внимание, задавайте вопросы, с радостью на них отвечу. До свидания.